No Snake Hotel. Отель без змей, получается. Играть. Музыка такая нежная. Когда игра начинается в лифте, это что-то сейчас будет не так, явно. Нет змей. 99,9% правда. То есть змей здесь не будет. Хорошо. Опа, мы в Роблоксе, я так понимаю. Я в отеле. Так, ну мне говорят, что здесь змей точно не будет. Это же хорошо. Можно почилить, посидеть. Я только что приехал в отель. Круто. Господи, Барт, это место безупречно. Ты знаешь, как сильно я ненавижу змей. Поэтому изо всех сил стараюсь останавливаться в отеле No Snake. Они действительно сделали это, Барт. В этом отеле абсолютно нет змей. Круто. Барт, Симпсоны, что ли? Вообще, напишите в комментариях, любите вы змей или нет. Может, есть такие люди. Что здесь в отеле? Можно я типа здесь работаю? Здравствуйте, заходите. Здесь нет змей, только я. Не давите змей. Ну за что вы змей так? Мне страшно, я туда не хочу идти. Но здесь же нет змей, получается, правильно? Если здесь нет змей, значит здесь нечего бояться. А, 118-я комната. 118-я. Ну здесь все еще нет змей, говорят. Я не думал, что это возможно. Но я уверен, что счастлив. Что это так? Отель No Snake действительно оправдывает свое название с тех пор, как я была маленькой девочкой. Я девочка? А, это же не я писал. И была похищена армией бешеных змей. Ладно, я понял. Армия бешеных змей похитила девочку. Я не выходила из дома. После 50 лет одиночества у меня наконец-то есть безопасное место. То есть... Какая-то девочка шла по улице, ее похитила армия змей и унесла, получается. Звучит интересно. 50 лет она жила, и 50 лет не было змей в ее жизни. А теперь есть отель. 113-й, 112-й. О, здесь что-то сломано. Опустите меня в эксперт хера. Что это такое значит? Обожаю записки. Вообще, я слышу звук змеи какой-то. Однажды в каком-то другом отеле я вошел в свою комнату, и когда я повернулся, чтобы закрыть дверь, на крючке для одежды свисала змея. Где вы живете, что у вас змеи везде, я не понял? В зоопарке? Какие змеи? Я слышу, кстати, звук какой-то, типа... Ну, типа, кто-то язычком это делает. Ну, типа, как змея, только... Че темно здесь вообще? Диван. Я боюсь диванов. Я слышу змею! Че сейчас будет? Ну там Гарри Поттер, что ли? Что здесь? Жидкость какая-то. О, 101. У кого-то проблемы на полу. Давайте я здесь посижу, подожду. Ладно, я открою дверь. Ой-ой-ой-ой. Ну, я мог бы посоветовать, что можно сделать, вот когда у вас такие проблемы, но не буду. О, что? О, отель без змей? Там змея была. Я видел змею. Вы уже... Ой, там темно. Они врут, тут есть змеи. Администрация! Не знаю. Куда бежать? Куда? Чё это? Это змея! Это змея! Out of order! В смысле не работает лифт? Снэк? Почему не крекер? Прекращай. В названии же написано. Прекращай. То съедят тебя.